Их утро начинается не позже 6 часов. Рассвет водители встречают уже на маршруте. Рабочий день заканчивается за полночь, но раз в году, в последнее воскресенье октября, в день своего профессионального праздника, они слышат так много слов благодарности за свой труд. Наши отдыхающие гости курорта восхищаются тем, что повысилась значительно культура обслуживания. Будем говорить, что эта отрасль непростая. Нас сегодня очень радует появление на маршрутах новых автобусов, новых маршрутных такси, появление формы одежды для водителей. Ежедневно на улицах курорта курсируют 773 автобуса. Все они оборудованы по последнему слову техники – информационными табло, камерами наблюдения, системами навигации и кондиционирования. За последние 5 лет мы практически полностью поменяли лицо автомобильного транспорта Сочи. Еще не так давно мы все ругались на маршрутке с непонятными водителями. Сегодня это современный транспорт, современной европейской логистикой. Мы приобрели для города большое количество автобусов, которые оснащены самыми современными системами. Но главное – это люди, водители, механики, диспетчеры. Арутюн Арутюнян более 40 лет трудится водителем рейсового автобуса. Говорит, работа трудная, но она ему по душе. Ответственность однозначно. Любой водитель обязан от ног до головы отвечать за своих пассажиров. Пассажиры для меня как моя семья. Я без них не могу. Я не устаю никогда, потому что надо всегда стараться, чтобы было приятно для пассажиров. В Сочи ежегодно проходят десятки важных событий мирового и всероссийского масштаба. Практика показывает, сотрудники транспортной отрасли курорта справляются с нагрузками успешно. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.